Надия Черкасова, член правления ВТБ-24, директор департамента по обслуживанию клиентов малого бизнеса, мама троих детей. А тема сегодняшнего выступления Надии – «Жизнь как проект или совмещая несовместимое». Спасибо. Действительно, моя тема сегодня звучит вот так глобально – «Жизнь как проект и как совмещать несовместимое». Я чаще всего выступаю на банковских конференциях и на финансовые темы. И как известно, что банкиры очень практичные люди, я надеюсь, что после того, как вы послушаете мое выступление на эту тему, вы сможете послушать, понять, принять и применить. Выйдите из этого зала и сразу начнете действовать. Я бы, знаете, хотела начать с того, что... Вот если нам на секунду задуматься, да, каждый из нас задумается и задать себе вопрос, а сколько на самом деле в день наш ум, наш мозг ставит нам вопросов и задач? Сколько тысяч или миллионов вопросов и задач мы сами ставим перед собой? И в этом смысле среди множества вопросов каждый человек задает себе каждый человек точно задает себе вопросы о счастье, об успехе, о том, как реализоваться как личность. И на самом деле сегодня наиболее актуальным вопросом является для современного человека, для современной женщины, а как все успеть и как соблюдать баланс между работой и, собственно, личной жизнью. Безусловно, все те же самые вопросы я задавала и себе, как все успеть, как быть женщиной, в конце концов, в этом современном мире, а не быть бизнес-роботом, который, знаете, шагает вот так вот размашисто вверх по карьерной лестнице, и как вообще все это совместить. И скажу честно, да, я не сразу нашла ответы на эти вопросы, и... Собственно, за годы поисков этих вопросов, не могу сказать, что я, знаете, как писала, как научную работу, да, но время от времени я задавала себе тот или иной вопрос, и я для себя открыла вот такой принцип, который я сегодня с вами хочу поделиться, это принцип 6П. Итак, что такое 6П и, собственно, почему я здесь? Вы знаете, мне было 39 лет, почти 40, я была и остаюсь успешным банкиром. У меня было реализовано очень много разных проектов. И я вошла в список топ-35 женщин мира, лидеров бизнес-проектов по версии британского журнала World Business Magazine. В общем, было много всего. Я чувствовала себя реализованной, я чувствовала себя счастливой. Но я чувствовала себя счастливой только в одном своем П, в проекте под названием «Работа». Мне было 39 лет, повторюсь, но у меня не было детей. Вы знаете, я не была одинокой женщиной-стервой, зацикленной на работе. Все эти годы со мной был мой муж, мы познакомились с ним еще в 19 лет, и мы вместе шли вот по этому пути. Он поддерживал и помогал мне, и мы друг другу помогали. И, собственно, мы пришли, нам обоим было 39, у нас была интересная работа, но у нас не было детей. И забегая вперед, скажу, что, ну, и Наиля уже сказала, что я многодетная мама, мы с моим мужем имеем трех маленьких детей, и вот сегодня мне 43. И, собственно, я хочу перейти вот к 6П, что изменилось в моей жизни между вот этими 39, когда у меня был только один проект, моя работа, и тем, что я имею сейчас, вот со своими 6П. Можно мне? Спасибо. Нет, предыдущий, спасибо. Вы знаете, мы привыкли к работе относиться как к проекту. И я на самом деле действительно очень много выкладывалась на работе, поэтому, наверное, собственно, всего и достигла того, чего я достигла. И, как и многие из вас, приходила домой, по сути, знаете, как с фронта, проведя корпоративный бой, вернувшись в свой бэк-офис, где нужно выспаться и вернуться обратно. То есть, по сути, для меня работа была фронтом, семья была бэк-офисом. И когда я начала думать, что я могу изменить, я на самом деле открыла для себя вот свое первое П, которое здесь на экране, это проекты. Я поняла, что на самом деле не только к работе можно относиться как к проекту,
Но на самом деле проектом может быть семья и твои отношения с мужем, проектом может быть дети, проектом может быть хобби, проектом может быть общественная работа, безусловно, проектом должна быть работа. И когда мы думаем обо всех этих сторонах жизни в логике проектов, мы все знаем, что для любого проекта необходимо что? Необходимы инвестиции, необходимы ресурсы. Необходимо проекты насыщать событиями, дедлайнами и результатами. И вы знаете, как только я начала относиться, как только я начала использовать вот эту логику, да, я, наверное, даже скажу такое выражение, что моя жизнь, она засияла совершенно другими гранями. Приведу пример, наверное, для того, чтобы было понятно, как я использую логику проекта, например, сейчас в семейной жизни. Да? Повторюсь, кстати, часто мужчины используют именно вот такую логику, когда они приходят с фронта домой, отдыхают на диване и на самом деле делают ошибку. Как я использую вот этот вот свой 1П-проект в личной жизни, насыщая событиями, дедлайнами и результатами? Что мы делаем? Мы каждую неделю обязательно в субботу, воскресенье у нас есть какой-нибудь ивент. Это очень просто, да? Играем в клоунов, ресурсы, инвестиции минимальные. Красная помада, мажешь нос, делаешь еще раз смешную улыбку и играем в эту игру. Простая игра пираты, когда мы рисуем усы, берем из газеты, я научилась из газеты делать классные шляпы, делаем шляпы и играем в игру. Мы каждую неделю обязательно виртуально путешествуем. Это очень просто. Дети умеют быстро паковаться. Моим детям, дочке почти уже 5 лет, мальчикам 3 года. Собираем бутерброды, яблоки, правильное питание и прочее. И путешествуем из одной комнаты в другую. В одной комнате у нас Индия, где мы поем песенки, я не знаю, Джимми, Ачачи, мои дети знают эту песню. В другой у нас Италия, где мы поем песни Пикколо, Аморе и так далее. Все это очень просто, но это результаты, эти события, они на самом деле защищают нашу жизнь. Да? И у нас есть еще одна такая вещь, которую я очень люблю и горжусь, что я ее когда-то придумала, но сейчас уже дети и муж охотно развивают этот проект наш внутри дома. У нас в гостиной есть одна стена, и каждый месяц мы туда приклеим все то, что нам нравится. Обычно родители не разрешают ничего делать в гостиной, да, мы разрешаем. И не только в гостиной, везде, где дети хотят. И, собственно, мы приклеиваем любые картинки. Все, что тебе понравилось за месяц, я приклеиваю, муж приклеивает, и мои дети. Стикеры, картинки, вещи, которые понравились. У нас там есть такие крючки, можно тоже вешать и так далее. И это тоже, знаете, такое вот, ну, насыщение событиями и каким-то вот результатом. И мы дальше обсуждаем, а что будет в следующем месяце. Там мы снимаем, и начинают наполняться заново. Это очень простые, мелкие вещи есть, более крупные, которые вы можете для себя придумать. Но я вас уверяю, я абсолютно убеждена, как только вы начнете относиться к семье, к отношениям, к детям, как к проекту, опять-таки насыщенными результатами, событиями и дедлайнами, у вас очень много изменится. И теперь, приходя домой, я не хочу лежать на диване и жалеть себя, как я устала на работе. Я начинаю фантазировать и придумывать, а что мы должны сделать, и какие у кого есть идеи. По сути, я для себя открыла, знаете, целый параллельный мир. И второе МП явилось неким для меня тоже открытием, оно тоже здесь на экране, внизу, это слово «параллельно». На мой взгляд, это очень важное П, которое я для себя открыла, потому что, опять-таки, в корпоративном мире мы часто думаем как? Ну вот займу я эту позицию, поработаю еще 2-3 года, а потом у меня есть мечта сделать то или иное дело, и там, или, не знаю, там, ну, на пенсии, наверное, это экстремально, да, там, ну вот еще чуть-чуть потерплю, может, работу поменяю, может быть, на этой что-нибудь изменится, да, и вот, ну, через некоторое время, пока буду думать, заведу свою, не знаю, там, любимую кофейню, любимое дело, и так далее. Действительно, не у каждого хватает смелости, знаете, бросить из корпоративного мира, перейти в собственный бизнес. И, вы знаете, я для себя открыла, что вообще-то эти вещи можно параллелить. И сейчас, когда у меня появляется та или иная мечта или идея, я сразу вспоминаю свое слово. Окей, параллельно, параллелить. И я задаю себе вопрос, а что я сейчас уже прямо сейчас могу делать для того, чтобы реализовать свою мечту. И, вы знаете, мне удалось реализовать сейчас две своих мечты. Одна из них
Это общественная деятельность. В рамках общественной организации «Опора России» я организовала комитет по женскому предпринимательству, где мы, собственно, объединяем женщин и даем женщинам возможность, во-первых, поверить в себя, во-вторых, создать свой бизнес, в-третьих, получить бесплатное обучение, понимать, как правильно создать свой бизнес. И, собственно, предоставляем социальный лифт для масштабирования и тиражирования их проектов. И меня, на самом деле, это очень вдохновляет. Я когда думала давно этой темой заняться, да, и также вот, как я вам рассказывала про корпоративный мир, я думала, что можно отложить, но как только я поняла, что вещи можно параллелить, и всегда можно найти час в день для того, чтобы делать любимое дело, я тут же решила, окей, я должна это делать, и сейчас мы это делаем, и я думаю, что вы еще очень много услышите о тех результатах, которые мы сделали. Вы знаете, на этом мои параллельности не закончились, и я думаю, что они у меня еще будут продолжаться. Еще одна параллельная вещь, которую я делаю с огромной любовью, это тоже была, собственно, одна из моих мечт, то есть одна моя мечта, поскольку как банкир мне, безусловно, интересны инструменты финансирования, но не банковские. И я сейчас могу с гордостью сказать, что я являюсь совладельцем краудфандинговой площадки Boomstarter, на которой мы тоже, собственно, исполняем мечты. Каждый может прийти к нам на площадку, представить свой проект и получить деньги. Вы знаете, это уже, собственно, ну, не слова, а на деле. Уже более 1000 проектов профинансированы через площадку. И я думаю, что вас удивят цифры, которые я назову. 84 тысячи российских мужчин и женщин профинансировали тот или иной проект. Вы можете прийти и действительно реализовать свою мечту, неважно, что это. Придумали ли вы инновационный продукт, или вы решили снять фильм, или в конце концов вы решили провести детский фестиваль. И вы знаете, в этом смысле у меня сейчас уже такой, знаете, наступает следующий этап, когда я связываю вещи, которыми я занимаюсь. И вот про вот это в смысле параллелить, еще один пример я вам приведу. В воскресенье будет первый детский рок-фестиваль. И мы не только собрали деньги, придумала эту идею Женя Лазарева, с которой мы делаем вместе комитет. Мы собрали деньги на организацию фестиваля на нашей краудфандинговой площадке Boomstarter. И вы знаете, я реализую еще в воскресенье одну мечту. Я всегда хотела спеть так, знаете, громко, как Уитни Хьюстон на сцене. Но у меня никогда не было возможности, но я купила себе на краудфандинге лот. И в воскресенье я буду петь рок. И это некий сюрприз, о котором еще не знает моя семья, и я думаю, что я им принесу радость своим выступлением. И еще 4P, если мы вернемся вот на предыдущий слайд, на экране, это те слова, которые я вам 4 слова сказала в начале. Знаете, в каждом своем проекте я пришла к тому, что нужно очень внимательно послушать идеи, понять, принять и применить. На самом деле очень много идей вокруг нас, и мы часто их не слышим, мы просто их пропускаем мимо ушей. И с того момента, на самом деле, впервые я начала этот принцип использовать на работе. Я не то чтобы мужа сначала слышала, да? Я начала использовать на работе, когда ты обсуждаешь там те или иные идеи, и не всегда какие-то идеи ты можешь услышать, да? И я часто на работе говорила, давайте послушаем, давайте поймем, давайте примем, потому что очень часто трудно принять чужую идею. И давайте сразу подумаем, как ее практически применить. И вот эта вот формула, она мне помогает во всех моих проектах быть успешным. И вы знаете, в заключение я бы хотела сказать... Часто говоря об успехе, да, ну, если задуматься о критериях успеха, что я для себя открыла и чем я хочу тоже с вами поделиться, забудьте о внешних критериях успеха.
забудьте вообще о чужом мнении. Самое главное, самым главным критерием успеха являетесь вы сами и то, что вы сами о себе думаете, и то, что вы сами о себе знаете. Я приведу вам один пример. Когда я была руководителем крупного федерального банка, я ушла с этой позиции, и многие люди в бизнес-среде считали, что я неуспешный. Каждый день моего отсутствия на работе, каждый месяц моего отсутствия на работе воспринимали как неуспех. Для меня каждый этот день и каждый этот месяц, тот же самый, как и для этих людей, был огромным успехом, потому что в это время я лежала все 9 месяцев в больнице, и я вынашивала своих 2 сыновей-близнецов. И это был огромный успех, и этот каждый день меня приближал к тому событию, когда у нас появились долгожданные дети. Спасибо большое.